Здравствуйте! Вы смотрите программу «Смыслица» – еженедельную разминку по русскому языку. Кто придумал слово «громадьё»? Из огромного количества новых слов Владимира Маяковского, множество цитат из стихов которого мы с вами знаем наизусть, в язык вошло именно слово «громадьё». Маяковский был признанным мастером неологизмов. Вместе с футуристами, искавшими самовитое слово, освобожденное от исторической связи с определенным предметом, поэт отметал слова, которые входят в привычку, ветшают как платье, и создавал новые – «любеночек», «водкоборцы», «пианинить», «обносочить», «жидконогий», «виолончелить». Исследователи, конечно, отмечают нигилистический налет в литературном поведении Маяковского. Так, в запале отчаянной борьбы с литературным мещанством, он требовал сбросить Пушкина, Толстого и Достоевского с парохода современности. Но все-таки его строки «Я немало слов придумала вам» и «Я бесценных слов мот и транжир» – чистая правда. А высказывания о классиках, конечно, довольно противоречивы. Так, например, в 1914 году в статье «Два Чехова» Маяковский называл Пушкина «веселым хозяином на великом празднике бракосочетания слов». Пусть наша речь будет безупречной. До встречи!